Брак голливудской парочки Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер дал трещину, да еще какую. Актеры официально объявили о разводе. Что стало причиной расставания и кто в этом виноват? Сейчас все расскажем. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отмечают десятилетие годовщины свадьбы, и поклонники с умилением вспоминают речь актера на «Оскаре 2013». Спасибо моей жене. Брак для меня – это работа, но это лучший вид работы. А на следующий день после праздника семейная пара объявляет о разводе. Мы расстаемся с любовью и уважением друг к другу, а также с намерением совместно воспитывать наших детей. Мы больше не будем давать комментарии по данному вопросу. Спасибо за понимание. События моментально обрастают слухами. Американские вездесущие журналисты из TMZ уверены, Дженнифер просто не смогла смириться с тягой супруга к спиртному и азартным играм. Источник Джен сообщает, алкоголь и азартные игры Бена погубили семью. Отношения накалялись в течение последних нескольких лет. И точкой стало то, что она не смогла больше это терпеть. Источники Бена сообщают, что вечеринки не имеют ничего общего с их проблемами. Бен редко выходил на улицу и не путался с бабами. Тут же выясняется, что пара в течение 2 лет проходила терапию ради восстановления отношений. Буквально недавно папарацци засняли чету на романтическом свидании. Однако инсайдеры утверждают, что последние несколько месяцев Бен и Джен не живут вместе. Значит, все-таки на этих фотографиях рабочие выносят мебель из дома супругов не потому, что дома ремонт. Еще не решено, с кем останутся 3 детей, дочки Вайлет и Серафина и сын Сэмюэл. Но уже известно, что через суд делить имущество актеры не собираются. Настя Макоста, про новости.